Всем не бага, не лага, с вами я, Жека, и мы продолжаем играть Don't Starve. И в этой части сегодня мы, я думаю, все-таки... Так, вот это пожарим, потому что еды, смотрите, у нас маловато. Маловато. Я видел там сверху амфибий, сейчас мы отправимся к ним туда поближе. Тихо, 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 тихо. Так, железо лежит не просто так, значит, здесь кого-то убили. Так. О, смотрите, тут амфибия убила. Так, тикай, тикай, тикай. И лапки, тихо, 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 амфибия. Так, вот рыбу мы возьмем. Тихо. Вот эту рыбу. Тихо. Смотрите. Лапки. И еще лапки. Вот так, вот, все. Ха-ха, не успел, вообще косой. Вообще класс. Так, где-то там, то ли мне показалось, то ли я видел. О. О, фак. Все-таки нагрелся. Все-таки я как-то это, да. О, кастрик не задул. Хорошо, сейчас пожарим и поедим вдоволь полностью поедим. Приходится между, видите, сериями, и даже не между сериями, во время серии быстро заботиться о своем голоде, потому что... В одном случае просто мы напросто сдохнем от голода, это печально. Печально скажется на моей репутации, потому что столько играть в Don't Starve и сдохнуть от голода просто по своей глупости, это, ну, извините меня, это по меньшей мере это глупо и вообще необразованно. И... Это печально. Это печально, товарищи. Так, съедай все. Съедай все, что ты можешь съесть. Так вот. Хорошо, на новый костер у нас есть, даже нам нормально костерчиков. Так, тихо. Так, хорошо, с этой стороны где-то. Значит, не в ту сторону изначально побежал, ладненько. Я иду. Иду. Можешь меня не звать, я иду. Так, значит, где-то там. Значит, где-то выше. А, вот. Мы были рядом. Мы были близко. Тихо. Топорчик мне пригодится. Так, у нас остался только что. Что? Донкрафт есть, картошка есть. Остался только... Подождите, а что за четвертая часть? Я уже забыл. Картошка, донкрафт, пояс. А, и заводная коробочка, вот зараза, попал. Давай, свинья, фигачь его, фигач. А мне тебя, что ли, пофигачить, что ли? Ладно, не будем бить свинью, свинья все-таки добрая. А мы, знаете, что сделаем? Мы исследуем эту часть портала, эту часть острова. Этот остров вообще целиком исследуем. Вдруг тут, знаете, как бы есть еще один портал, есть еще одна червоточина. Потому что нам надо. О, кстати, хорошо, что я венок себе сделал. У, веревочка. Веревочка, это здорово, слушайте. Так не ждал. Как мне его жалко, он утонул. Утонул в грязи. Это печально. Это очень печально. Хорошо, что хоть не ногами кверху. Ух ты, бумеранг, смотрите. Но я знаю, что это еще одно, смотрите, скелет. Что-то. Четвертый мир очень щедрый на подарки. Он мне дарит уже столько нормальных вещей. Только бумеранг, я знаю, что такое бумеранг. Бумеранг очень злая и плохая вещь. Его надо вовремя ловить, иначе он. Когда поймает. Если его не споймаю, он ударит по мне и сделает мне ранку. Так, вавку. А то там не сделает. Так, что-то мы приближаемся. То ли мне кажется, то ли или на этом острове. Да ну нет, такого никогда не было. Чтобы на одном острове было... На одном острове было две детали. Это смеху подобно. Да, скорее всего, на вот этом островке где-то есть. Но как нам туда попасть? Он где-то здесь, между этими островами. Ну, здесь мы взяли. Здесь ничего не было, это соответственно. Здесь мы взяли, здесь мы портал нашли, здесь мы взяли картошку и здесь взяли, да? Раз, два, три. Все правильно. И четвертый где-то здесь. Ну, как к нему попасть, он может быть где угодно портал. Надеюсь, очень что здесь есть портал. Мы сейчас проследуем. Все пути посмотрим. Так. О, 1% щитку, это плохо. Так, щиток. Делай щиток. Меняем щиток, все, хорошо. А то щиток потеряется опять, и я буду огорчен до невозможности. Тихо, 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 ребята, давайте жить дружно.
дрючно. Не бейте меня. Я хороший. Хороший, весьма хороший человек. Так, мы пришли обратно туда, где и были. Значит, где-то, может, возможно, в середине. Возможно, в середине где-то есть. Ух ты, сколько рыбы, сколько еды. Сколько рыбы, сколько еды. А, некуда. Вот это выбрось. Собирай рыбу. Вот это съешь. Вот это забери. И вот это забери. Тихо, тихо, тихо. Ух, мне повезло. Ух, мне повезло. Это съешь. Там, там еще рыба. Еще больше рыбы. Ай, 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 ай. Хорошо. Да, я пострадал, но тем не менее я нашел еды. Нашел еды, и сейчас мы кастрик забабахаем. И будем весьма-весьма довольны. Фак, 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 фак. Ну нифига себе, 60 хп почти снял. Хорошо, ладно. Не будем огорчаться до невозможности. Будем жить и не горевать. Еще мы пожарим. Восстановим все житухи и голод. Восстановим житухи и голод. Это будет шикарно. Это уже я вижу, как это будет шикарно. Я вижу, как это будет шедеврально. Хорошо. А, чтобы мне такое подкинуть? Вот палочек можно подкинуть. Палочек можно подкинуть. Палочек у меня достаточно много. Не знаю. О, о, вот эту штуку давай. Давай, спим. Голод тратится, но зато у меня есть... Все, что нам что-то ждать, да? Вот, нормальненько. Сейчас поедим заодно. Все шикарно. Шикаридзе просто вообще. Я просто счастлив. Так, хорошо. Да, мне сюда. Нам где-то вот сюда, в эту степь. Да, в эту степь. Сейчас вот так напополам разрежем нашу темноту. Туман войны. И тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Так, разрежем сейчас. Сейчас тихо, 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 ребята, ребята. Твою медь, твою ж медь. Что такое? Ну вот зачем так жить? Вот зачем так мне ваву делать, а? Ха. 159. 159 хп, это мало. Это весьма мало, товарищи. Не делайте так больно. Не делайте мне больно. Не делайте, не убирайте мне хп. Зря я пошел направо. Я обычно налево хожу. Вот так вот теперь. Но это будет весьма грустно, если здесь не окажется ни одного портала. Это будет очень-очень печально, потому что мне придется возвращаться хрен знает куда и искать, где же этот портал может быть на новый остров. Здесь нету, здесь нету. Здесь очень вряд ли. Вот здесь может быть, да? Это не вылазит хаотически. Могут вылезти даже оттуда, там, где вряд ли будут. Ладно, вряд ли я там проходил. Не будем слово почить, будем искать. Будем искать. Так, тихо, вот сюда. Да, сюда. Мамонты, мамонты, здесь были мамонты. Я их найду. Так, здесь нет, уходим. Здесь нет. Здесь нет рыбы. Кто это говорит? Директор катка, да? Ну, это старый анекдот, я не буду его рассказывать, так что он старый, потому что он старый, да. Старые анекдоты никому не интересно слушать, и вообще, что я говорю про старый анекдот, если я не собираюсь его рассказывать, да? Так. Что у нас здесь? У нас здесь, смотрите, у нас здесь болото. Ух ты, какое разнообразие это ландшафта. Разнообразие ландшафта меня просто удивляет до невозможности. Не попал. Так, тут паучков дубасили. Ну чё, классно, я рад за них. Я весьма за них счастлив. А вот это я возьму. Да, но это чревато моей жизнью. Тихо. Опа, 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 опа. Не взял, не взял, не взял, не взял, не взял. Не взял, ухожу, 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 все, 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 ребята, ухожу. Где она? Ой, сколько рыбы, посмотрите, сколько рыбы, амфиб. Так, все, все, не беру я твоих сородичей, отстань от меня. Так, ну где же этот портал? По всей видимости, придется возвращаться обратно. Как же я простоволосился-то, а?
обратно возвращаться здесь нет. Ну, блин, давайте вот этот еще маленький кусочек исследуем. Но я сомневаюсь. Просто, ну, реально, это будет глупо, если он здесь все-таки есть. А я его не заметил. Блин, попали все-таки. Все-таки у меня попали. Давайте вот это еще пробежимся, пробежимся. Да, это... Блин, у нас рассудок хорошо упадет, когда мы по порталам попрыгаем, но... Тем не менее, мне бы, знаете, какой лучше добраться? До того там, где у нас постоянно лето. Лето. Вот, нет, вот здесь, да. Где куча цветов. Так, нету, все, все, отправляемся обратно. Отправляемся обратно, бежим к порталу. Нету, нету ж, я не пропустил где. Хотя, представьте, вот здесь где-то проход. Давайте дойдем, давайте, все-таки я исследую. О, свинью убили. Свинью убили, это здорово. Это здорово, это хорошо. Так, я себя начал рассудок портить. Так. Где? А где? Вот она. Нет, нет, вот поменяй. Поменяй, да, вот. Или полечись. Нормальненько все. Все, окейушки. Чики-пуки. Нет, нет, тут тупик, все. Уходим. Уходим, уходим с этого биома. И мы попадем там, где у нас пауки, да? Да, мы попадем там, где у нас много пауков. Ну что ж. Есть ли смысл уходить сейчас, если можно переночевать, да? Если можно переночевать. Ну, ладно, фиг с ним. Прыгаем. Переночуем там. Где я? Угу. Давайте здесь посмотрим еще один портал. Здесь всего один портал мы нашли. И нам вариант пройти... А, мы два даже портала. Не, ну и что? Давайте... О, тут переход может быть. Тут может быть переход. Хотя, где болото? Вот здесь болото, да? И у нас здесь где-то... Где-то с какой-то стороны мигал сильно портал. Вот здесь вроде бы... Это фиг его знает, куда он может идти. Вдруг это может идти... Вот оно, или не оно. Я не знаю, я растерялся, куда мне идти. Давайте, ладно, фиг с ним. Отправимся сейчас. Куда? А куда мы можем отправиться? Вот сюда куда-то, да? На эту территорию. Или подождем утро. Или подождем утро, или отправимся. Или отправимся, или подождем. Я растерялся, товарищи. Товарищи, я... И я потерялся. А что у нас там? А что у нас тут? А тут собаки, да? И хорошо будет ночь пробегать с собаками. Да, там собаки. И тупик, да? Но это вообще капут. А Гитлер это просто. Это вообще капец. Взял, нагрел на себя три собаки. Ну, я вообще красава. И вечер. Так, они отстали. О, тут с собачками они дерутся, нормально. Так вот обгоняем, потому что он начнет мне сейчас. Так, текаем, текаем, текаем. Ага, ага. Тихо. А на новый спальник у меня есть? Нету, да? Веревкой нету одной. Одну веревочку мне, думаю, не страшно сделать, да? Хотя у меня немного так и это. Вот здесь переночуем. Просто сделаем себе кастрик. Просто сделаем. Ух, ё, у меня дерева нет. У меня нет дерева. Рубим дерево. Рубим дерево. Очень срочно надо дерево. Главное, Пиноккио, чтоб не пришел. Это будет вообще финиш просто. Чекануться. Тихо. Тихо. Ты меня не видел. Ты меня не знаешь. Фу. 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 Да фу, сказал. Да ты смотри, какие вообще. Они прям знают, знают, где я. Чувствуют меня. Знаете, как зомби чувствуют по запаху людей. Пауки чувствуют как-то человеченка где-то поблизости, где-то рядом. Вот это возьмем. Жарь. И съешь. Съешь, съешь ты, кушай, кушай. А то он какой болезненный вид у тебя. И рыбку пожарь. Кушай рыбку. И кушай Антона. Почему Антона? Ну,
Я уже это объяснял не единожды, но для тех, кто недавно начал меня смотреть, объясню. Самая первая свинья, которую я приручил, у него в русской локализации имя было Антон. И я теперь всех этих свиней называю Антоном. Возможно, это глупо, но не знаю. Я считаю это забавным. Хорошо, не будем тратить травку, не будем. Можно, кстати, поставить один из наших предметов, дабы не занимало у нас места довольно много. Так, так, жизнь, утро. Так, паучки, вот это собери. Так, уходим сюда. Давайте отправимся к тотему поближе. Поближе к тотемчику отправимся. Так, тихо, ребята. Блин, вообще, это... Splinter Cell отдыхает там, где он мимо патрулей проходит, чтобы его не заметили. По сравнению с тем, что какие кульбиты вытворяю я тут, чтобы меня не запасли паучеллы. Так, хорошо, где? Ага, вот здесь. Все ясно. Попался! Я попался! Беги! Run! Отстань от меня! Run! Отстань от меня! О, аметист! Они все-таки завалили, да? Ух, у меня рассудок падает! Утречка! Так, с этой стороны я был, значит, на ту сторону мне надо, да? Все, идем на ту сторону. Уходим на ту сторону. Вот сейчас они там, паучки, давайте. Молодцы, вообще, ребята. Пауки вообще, ребята. Зафигачили. О, Честер. Нет, туда я не пойду. Да ну, никакой Честер не стоит того, чтобы наагрить на себя дохерища пауков. Так, ищем. Что мы ищем? Мы ищем портал. Точнее, не портал, а червоточину, которая нас перенесет куда-нибудь в интересные местности, Возможно, не перенесет, возможно, мы в очередной раз наагрим на себя кипу псов. В этот раз их намного больше, чем я ожидал, и тут опять очередной тупик. Уходим. И, наверное, прыгаем к пчелам. Фиг с ним. Прыгаем к пчелам. Где? Вот там. Вот там у нас пчелы. Что ж, будем надеяться, что они на меня сразу же не нападут. Очень на это вожделею. Возвращаемся обратно. И, скорее всего, где-то у пчел я и пропустил еще один портал. Хотя, да думаю, да. Скорее всего, я именно у них пропустил еще один портал. Хотя, может быть, здесь вообще где-то в самом начале портал. Это вообще жопа. Я исследую куча местности. Я потому и не любил, не хотел. Архипелаг — это такая еще попа вообще. Я вам кричу просто. Потому что туда-сюда прыгаешь, а рассудок падает, а рассудок вечно падает. И это огорчает. О, паучиха третьего уровня, это жестко. Оп, не успели. А, тикай. Что? Темно. А, не убили, тикай. Хорошо, что у меня... Ого, они сфигачили, у меня было 70%. То ли по мне били, то ли да. Так, вот это. Деревце. Да не надо мне гриб. Я что, похож на грибоеда? Я не похож на грибоеда, так что не надо мне ваши грибы. Это руби. Я надеюсь, таких не придет пинок. Я очень на это надеюсь. Мне он не нужен. Вот реально, вот куда-когда, сегодня мне он не нужен вообще. Так, деревце у нас есть. Еще травки набрать. Травки-муравки. Так, тут надо пройти. Как-то надо с боем пробираться в ту сторону. Вверх, да? Вроде вверх. Я могу ошибаться. Ну, давайте вверх проберемся. Вверх, да. Будем направляться вверх. И травки бы мне. Так, рассудок падает. Цветочки. Ага. Вот здесь цветочки где-нибудь возьмем. Так, вот здесь. Твою же медь. Нагрел. Нагрел. Отстаньте, пчелы от меня. Ну что ж ты будешь делать, а? Привязались-то как, а? Ух ты ж ё. Еще хорошо, дрюкнули хорошо. Тихо. Так, тут у нас тупик уже, понятно.
Тут без вариантов. Куда-то наверх идти надо. Да ну нафиг. Да не надо. Все, отстаньте. Все, все, все. Я понял свою шутку. Больше я к вам не подойду. О, вот еще портал. Вот еще портал. Я его не заметил сразу. Где он тут? Есть. Ох, у меня соточка всего рассудка. Все, я иду. Вот, здесь, кстати, травки. Вот, смотрите, подарок судьбы просто. Если не считать, что у нас рассудок падает. Ну, сейчас-то он растет, но вот-вот начнется вечер, и у нас начнет падать. И это будет нехорошо, нехорошо. Так, насобираем сейчас травки побольше. И чтобы не тратить рассудок ночью, мы знаете, что сделаем? Выживание, сделаем себе вот это. То есть мы сейчас вот так сделаем. И вот те. Вот так. Вот так вот. Понабираем сейчас травки побольше. И как только наступит вечер, мы поспим просто, чтобы не тратить себе рассудок, да? Да. Я считаю, это гениально просто. Просто это вовремя надо заметить, чтобы не облапошиться. Голод, голод нормально. Буйволы, буйволы вообще шикарно. Не знаю, зачем мне здесь буйволы, но тем не менее. 9 травки пока хватит. Буйволы не красножопые, я надеюсь, но тем не менее. Так. Где-то у нас тут коробочка должна быть. Мы приближаемся, это здорово. Все у нас шикарно идет. Чтоб не сглазить, да. Вот, главное, что все получилось. Главное, чтобы эта запись записывалась. На самом деле, я очень глупо, я не проверил, записывается ли эта запись или нет. И если она не записывается, я просто себе, не знаю, я себе ногти съем свои. Это будет печально. Это будет весьма печально. И мы собрали все, товарищи, мы собрали все части портала. Мы находимся в 4-м мире. Следующий мир, то бишь, это 5-й уже, все. Это напрямую к Максвеллу. И зная, что будет происходить, там, ну, там прямая дорога к Максвеллу. Там просто прямо бежишь. Правда, надо восстановить рассудок, потому что он у нас будет резко падать, там все время темно. Там прямо бежишь, все, вставляешь, и все, все, товарищи. Товарищи. Да, товарищи. Я в шоке просто. Это. Ну, действительно, для меня это достижение. Так, ты почему пропустил травку? Травку не пропускать нельзя. Ой, у нас рассудок падает. Я же пообещал поспать и не поспал. Спим. Ой, это голод тратится, я что-то забыл. Ну ладно. Ух ты ж, ёп! Ты ж ты. Обратно, все, обратно уходим. Что нам поесть? Что можно поесть? Так, меня не бить. Товарищи, меня не бить. Что поесть? Что поесть? Что поесть? Быстро, что мне поесть? Так, думай, соображай. Тихо. Благодарю, блин. Все, так, так, все, тихо, тихо, где мне? А там морковка была, там была морковка, нет, тут пауки. Блядь. Где, ну, меня не спасет. Так, морковочка, о, вот это хорошо, вот это поедим. Вот это поедим. Забирай. Вот это положи здесь. Так, вот это съешь, забери. Вот это иди туда, балбесина. И вот это возьми. Все, текай, 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 убегай в панике просто. Просто в панике убегай. Хорошо. Так, вот это возьми. Я знаю, что некуда, возможно, но тем не менее возьми. Вот это брось нафиг. И пали костер. Пали костер прямо сейчас, потому что нам надо восстановить побольше голода. Вот это... Вот куки. Съешь. Вот это куки. Это восстановит нам жизнь или нет? Пофиг, если... Не восстановила жизнь. А, только жизнь... Это, ну, жизнь восстановила, а не восстановила голод. Это нехорошо. Это нехорошо, товарищи. Я не хочу сдохнуть. Так, все, быстро. В какой портал? Вот в этот портал, да? Что у нас вот здесь вот находится. В него быренько сейчас прыгаем. Пофиг на все, пофиг на абсолютно все. Мы убегаем из этого мира, товарищи. Нам пора отсюда валить. У нас здесь ничего. Стой, куда? А это он? Да, это он. Или это у него? Да, это он. Это он, да? Это может быть не он. И это он. И
Это он! Кай. Уходим, уходим в панике. В панике. Так, третий левел. Третий левел паучье гнездо. Нам не надо оно. Так, вот это съешь. Вот это съешь. Вот это съешь. Подбегаем поближе. Поближе подбегаем. Это момент истины, товарищи. Это да. Это просто... Та-та-та-та-та-та-да. Так, вот коробочка. И радиопередатчик. Ну а в следующей серии, товарищи, мы погрузимся в пятую главу. А всем огромное спасибо за просмотр. С вами был я, Жека. Если вы впервые на нашем канале, то, конечно же, подписывайтесь на него. Пишем комментарии, ставим лайки. Это очень поможет нашему проекту. А всем удачи, до скорого. И не голодайте.